Здравствуйте! Сегодня я вас приглашаю на бал. На мой взгляд, это самая замечательная традиция, которая есть в Финляндии. Устраивается этот бал в середине февраля. Дети пишут последний экзамен в лицеях и уходят. А те дети, которые остаются в школе, они именуются самыми старыми. Поэтому и танцы получили название «старые танцы». Видео мое, наверное, получится немножко длинным, но тот, кто любит музыку и танцы, оставайтесь со мной. Я думаю, будет очень интересно и красиво. Ну вот, пока звучит вступительный марш, я вам немного расскажу. Мы присутствуем на первом выступлении, где участвуют два лицея. Лицей города Оулу и лицей, где обучение ведется на шведском языке. Очень здорово, что организовано дважды проводить этот праздник, то есть утром небольшим составом и вечером в большом холле, куда мы с вами обязательно отправимся. История проводить такое мероприятие уходит в 70-е и 80-е года и стала традицией, которая поддерживается на всей территории Финляндии. На протяжении всего обучения в лицее нужно защитить 75 курсов. Так вот, этот курс является одним из тех, на который ребенок должен записаться, если решил, что хочет участвовать. Курс длится 6 недель по 3 раза в неделю. Пару желательно найти заранее. Ну и, конечно, важным атрибутом является подбор костюмов и платьев. На мой взгляд, отличительная черта финнов в том, что они редко оставляют все на последний момент, а планируют все заранее, в этом случае за 2-3 месяца. В нашей программе будут представлены 8 танцев, иногда используются до 12. Смотрите и наслаждайтесь! Все это мероприятие длится около часа, вы, конечно, увидите укороченную версию.
Из года в год танцы не меняются, лишь последний всегда новый и называется «Танец года». Ну вот, на этом первая часть выступления заканчивается, и мы отправляемся на второе выступление. Вот мы уже приехали к месту проведения. Это спортивный холл города Оулу. За полтора часа уже люди стоят в очереди, чтобы занять сидячие места. Место проведения, как вы поняли, спортивная арена. Здесь проходят выставки, концерты, спортивные соревнования. Я не знаю, сколько в себя вмещает эта арена, но знаю, что сидячих мест только 1500, поэтому и желающих попасть заранее так много. Вход бесплатный, организована только продажа программок, деньги от продажи которых пойдут на благотворительность, в частности, детям с нарушением развития. Здесь все будет проходить по тому же сценарию, но участников гораздо больше, и поэтому праздник более зрелищный. Составлена программа как концертная, объявляются все танцы, немного о них рассказывается, а вам я предлагаю просто посмотреть. Всего участников 920 человек из 12 лицеев. Все лицеи относятся к городу Оулу. Thank you.
подходит к концу выступления. Это тот самый танец года, он, как правило, уже не классический, а современный. Танец под музыку финского исполнителя из Роланиеми Антти Тулсу. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить пальчики вверх. И всем пока-пока!